Давайте сумунимся быстрее туда, в магика, блять. Надо проходить им резко. Если я еще... умею все. Это. Ты сейчас на том персе, на котором можешь? Да. Забись. Так, у кого есть хилы? Кто может... А что на надо по рядам? Этот, Селфир, не хочешь с шаманом сходить? Шамана что-то нету. 4 кристалла ну, пропасти, 6 кристалл пропасти, 6 кристалл бездны, 6 больших радужных и 6 осколков грез. Где там еще, блин, дайте линканти дис человеку. Где еще люди? Кристалл пропасти сколько? Всего по 6. Сколько, сколько? Кристалл пропасти, кристалл бездны, большой радужный и осколок грез. Всего по 6. Лог наш ДБМ обновлю. Еще криптоэвил будет показывать нахуй ДПС нам. У меня шаман есть, но там 240 плюс. Плюс, наверное, рано его. Все. Один слот, нахуй. Давайте, сумуньте, ебаное все. Ну чё там, блядь? Уебался, нахуй. Я знаешь, что думаю? У меня шаман есть 255 хил. У кого? Гламур. Да не, не надо. Там уже похуй. Ну он, лем зайдет. Варлок плюсует. Место под ретрика еще есть? Могу я шамой пойти. Ну давай, может Катрисия подамажит тогда. Давай. Все. Пока фул. Быстренько сумоньте туда. Ляночка там, нет уже? Блять. Смотрите, там пока мы трэш чистим, то если по приору забирает, то может что-то поменяется. Пока что так идем. Танки хилы все есть. Так, Катрисия код. Все, заебись просто пачка, ебань. Давайте сумоньте. Есть сумон там, да? Никого нету, нахуй. Там в инсте нет? Даларан, я понял, блять. Летим к магику. Как слышно. Прием. Шатрат. Портал. Портуемся. Бежим. Время тик-так. ДРТ 7 минут. Мы уже должны убить босса. Успеть. Объебосса. Нормально, блять, РТ. Босса, объебосса. Насоса, барбуса. Бля, я придумал охуенный рофл. Короче, Войд надрочит 23 тела, так что он просто будет гореть там позиция номер 7. И все люди такие хуякс перебегают, ну, по тактике там что делают. И потом он просто 25-м телом добирает, короче, какого-нибудь рандома и приглашает его в дис. И то есть все молчат, и Войд просто такой, позиция там такая-то, позиция такая, тот в ахуе будет просто, нихуя не будет понимать. И вот так вот каждого типа просто ты сервера как, по очереди. Как в ебаном американском футболе, да. 32, 33, разыгрываем, ебаный в рот. Такая хуйня, да? Цифры просто. Так нам люди не поднимают. Ну, типа того, ты прикинь, ну, вот реально вот тип какой-нибудь левый зайдет, он же охуеет просто. Он, блядь, что происходит? Какие нахуй цифры? На 6 часов, на 12 часов, нахуй. На 3 часа, ебать. Лакировку делай. Блять, подчистили трэш, нахуй. Делай лакировку, ебать. Лакировку. Ну, типа, как рокировка в шахматах. Ну, когда наличие треугольников ведешь к обрыву. Это, протопал, РДД и милики, типа, с лечом. Ведешь, и типа, нужно, чтобы милики перешли к этим, к РДДшникам. Вот это лакировка называется. Ну как рокировка. Рокировка это в шахматах, а это лакировка называется. Ну челик просто Эр не выговаривал, он так говорил. Сумоним Ляночку, блядь, тыкаем. И пиздец, конечно. Ну что, я вижу, веселье продолжается, блядь. До первого вайпа, я думаю. Так, Ляночка, принимай. Сумоним. Ляночка АФК, сумоним остальных тогда. Вот Ляночка тут. Тогда бежим.
Ладно, похуй, бежим. Бежим, выдст. А, у меня пачка. Блять, я думаю, что за хуйня. Пальцы дадите, нет? Склад легиона. Клад легиона. Нихуя тут челики стоят. Ну, склад легиона, тут какие-то ключи просто с этих НРПГ-шек падают. Красный зазубренный, синий зазубренный. Давайте. Так, синтек. Зози похилишь, да? Да. Блять, тыкать и по шкафу попасть не могу. Потом ДТГ, да. Алло, вид, что надо? Ты, кот, я танк. Бюбать, копать, я понял. Понимаю. Ты хотел быть котом, да? Второй рейд будет, какая замена? Второй рейд будет. А, типа, две ТТГ, две ГМ-ки будет? Второй рейд, но не сегодня. А-а-а. Смотрите календарь, для кого я писал, блядь. Да не, я просто думал, первый попадал. Это ладно? Тебе на день рождения вот этот выпал? Угу. А там вообще как оно активировать? Тут Монру, а я хуй знает, кто в это вообще. Не понял вопрос. Медика, ты танчил? Ну, вы меня-то смотрите, а тут все. Да, да. Медика, ты танчил эту хуйню? Да, только к этим шатастикам. А, это шатастик вообще, хули у тебя не подписано. Mm-hmm. Ну тогда я в сову нахуй, чильте, раз развлекайтесь там. Блудниго, Вилаша, мини-ДК и хулидринг. Все, пойду в сову. Чил день. В сову попрыгаю, блядь. Почилю. Блять, сов дохуя нахуй. Может напало зайти, да? Я хуй знает. Много сов не бывает. Раз БР на каждого хила и одному СС сдать. Все. Да что-то, блядь, мне эта хуйня не нравится. Завтра просто не будет нихуя друидов нахуй. Да палом тоже курить, блядь. Сука, не знаю, блядь. А то есть 6 ДК это нормально в рейде. А кто танчить завтра будет? Это уже другая история. Совсем другая история. Данила восстанавливает своего вара. Че, ёбнулся что ли? Кровосос. Нормальная тема. Кровосос. 213. Может, реально какого-то нового года? Охуенно. Холи дринк завтра будет у вас. Завтра да, не будет. ДК у меня есть так-то, блядь. А, ну точно. Забыл. Вот друидика да, бы какого-то свечка. Полидринг сейчас КД словит и будет он у вас завтра на. Так, Вадикона, ты можешь пойти сегодня, допустим, шаманом? Думаю, да. Чтобы завтра у нас сова была, а то вдруг там от Фокса не будет. Ну, это пока ГМХМ, я не знаю, как в ТТГ, там надо тебе, не надо. Кстати-ка, Слава, он сейчас по поводу робота общался. Ага. Типы в два танка закрывает. Я рад за них. Потому что в три, говорит, ну, по ДПСу вряд ли выведет. Ну да, надо как-то делать так, чтобы постоянно догонял танк. То есть, нет, с напулами это возможно. Сколько у нас тогда рок было? Три или два? Один. Ну вот, тем более. Да почему вчера нет, стой, было три? На роботе трое было. А нет, там привет. Фигня в том, то, что там люди не сбрасывали свое агро. Там маги просто вырывались, пиздец. Че вот это в моба не привели, блядь? Теперь его бить одного, блядь. Так, подумали там кто. Так, ты зайдешь, да, Вадикон? Да, да. Да что, у вас фол, да, я так понимаю? Да. Вы куда сейчас пошли? Магик. А, понятно, я тогда пойду. Он реальный, кстати, меня. У него завтра работа, он завтра не сможет, можно ему слоту уступить. Ну, спросите Мегаханта, Мегахант Диси. Пускай Мегаханта спросит, напишите.
Так, Вадикон заходит. Так. Что там? Дайте столик, пока поставлю это. Сумуньте Вадикона. Да ебаный в рот, блять. Сука, ебаные, блять. Метки нахуй. Чё там, если чё, на замене тогда посижу, там да. Скажете, если нужно буду. Ага. Смотрите там по приору, смотрите, всё это смотрите, потому что у меня не хватит рук на всё это делать за вас. Смотрите там, разбирайтесь, кто идёт, кто не идёт. Заходите сюда, ставлю рыбу. Так, я на звёздочке. Сумоните? Сумоните. Вы, ну, ставьте, Ляночка, шкаф. С Хантом договорились? Нет. Делайте это быстро. Мы сейчас, блядь, убивать будем уже похуй. Кто там, как кого, блядь. Быстрее, думай. Ну, а кулаки кто кинет? Нафига? Сумон можно? Два пала всего. Сумон... Один кулаки, второй это... Каски. Перенесите в DCPG. Ну что ж такое? Так, все, я здесь. Я же там дал роль. А почему у него роли нету постоянно, блядь? Не став... Поставьте кто-нибудь, пожалуйста. У нас второй человек отсутствует. Тимурик это кто? Тимурик это кто? Да. Почему у Ляночки постоянно роли нету? Ляночка, что у тебя с Дисом? Ставь шкаф. Тыкайте и сумоньте. Так, я на звездочке. Гляньте, давай, кружок. Shadow Knight, ромбик. Кто там еще? Врей. Треугольник. Кто еще? Мегахант Диси. Фул-фул. Ты можешь пойти завтра в ГМХМ? Ну, где он реальный? Почему это без меня не решается? Вы не можете общаться? Где он? Его нету в онлайне. Ебать, я понял нахуй. Мегахант нажимал кубы? Агенту. Кубы нажимал? Мегахант. Нет. Нет. А. Ёбаный в рот, блять. Я могу понажимать. Хорошо, вот тело. Заканыч, мордаун, рыбу жрите. Первый на боссе Вилаша, второй блудника, третий мини-ДК. На трэше хулидринг. Принимайте готовность. Топа только. Тут? Да тут, тут. Один... Гайд рассказываю, один паладин каски дает, другой кулаки кресты. Все нормально. Кто трэш будет чистить, это танч? Хулидринг. С аурами там разобрались? Даю отчет, короче, поехали. На похуй, даже пуляйте уже. 5, 4, 3, 2, 1. Че пиздец, че там не так нахуй? Быстрее решайте все проблемы. Да не стоять сюда пришли, блядь, а уже захуяривать все это быстро. Блять. Из-за этого в Геру не можем нормально ходить. Волк АЗС там. Заберите мапа. Добивайте чиротворцев, если что мы не призывали. Но... Все, этих пидоров добиваем. Так, дайте столик магету, я не взял эту хуйню. Я КД ставил. Сгдыщ, дай столик. Подгон.
самое главное, когда скелеты выйдут, их не пойдите бить миники, блядь, как в тот раз. Сколько там до босса? Блин. Все, босс уже. Печатью не проебитесь там. Стопайте каст, когда заканчивается, одна секунда остается. Там Дионис. Мардан, ты ману проимал, блядь? Там, в дозе, гламур. Сейчас все там. Вспышка, 10 секунд. Возле кубов стоим. Готовимся. Так, демоны. Нажимаем кубы. Быстрее нажимаем. Вот, отпускаем. Бьем пока босса. Пускай все демоны выйдут. Пока босса хуярим. Следующий, кто будет менять, западешь уже вести к этим бесам. Сори, звездопад дал, не удержался. Все, к бесам подводи и начинаем хуярить. Лауе. Че, босса бьем? На центр возвращайте его. Фиарим фул по боссу, ничего не стопаем. Если скастанет кубы, то прожмем. Зози, печать. Так, наверное, успеваем перевести до вспышки. Нормально. Все, подходим к звезде. Сейчас пока его бить нельзя. Сейчас он освободится и пойдет к нам. Печати не хлопайте и просто добиваем. Главное, в лужах не стойте. Нахуй ДБМ пишет сокрушительный удар на вас, сука, когда я вообще сова, нахуй. Бардаун, гламурчин, печать. Пиздец. Бардаун, гламурчин, опять печать. Слышишь, Врей, как я кричу, нахуй? Нет, у меня звук включен. Я понял. Йо. Я тут выяснил, что мне дебафов не хватает. Я не вижу, когда печать заканчивается. У меня FPS не хватает, я не вижу, когда печать заканчивается. ДБ миссия посмотри, и этот, на панельке дебаф. Отслеживаю их, все. О, навист хлопнул. Мардаун, гламурщ. Чего переживаю за ман, я ж ДД. Все нормально. Денис.
сразу на этого летим. На груля. Успел. Блять. Закинул, да? Сумку, блять, и причем до хулидринка попалась, нахуй. Много кому печать нужна? Ранти, у тебя это Андона нету, тебе надо печеньку, нет? Мне просто только надо цену, блять, такой себе. Я и так справляюсь. Мне просто ластовая печать осталась. Кто? Заканыч. Ну вот, ты внизу. Ты в самом низу. Ты внизу сам. Там 10 человек, даже больше, мне человек 12, кажется. Тут только по приору. Перчатки. Надо кому-то это мусор. Дринку распыл. Голова распыл. Или кому-то надо. Распыл. Посох. Надо кому-то. Распыл. Утиль нахуй. Так. Два сердолика. Сюда. Я понял, блядь. Один нахуй сердолик. Все, летим. Блять, КД 50 секунд, сука. А чё за аддон? ЕПГП который? ЕПГП, да. Ну да, есть да. У меня, я хуй. А ты его в модификации включи его, да. И там галочка устриши и модификации. Убрал, все сделал. Так надо наоборот поставить. Поставить надо, устриши. Ну, устриши у меня не. Он у меня работает, в принципе. Я ЕПГП прописываю, у меня там при уровне, при уровне показывают. А лутмастер стоит? Нет, такого нет. Ну, вот надо еще ЕПГП лутмастер. Открой Discord, там вкладка аддоны, и там есть. Бля, если честно, вот я лишние аддоны боюсь устанавливать, у меня и так игра лагает. Вот, вот эти все аддоны не проверены, у Войда один кадр. Так что... Ну вот-вот. Все нормально, да? У меня тоже такое бывает. Один кадр, блядь. Не, ну один FPS тоже FPS. Не, типа EPGP он не жрет. Я могу сказать, что DTS жрет, короче, DBM и аукционатор. Вот аукционатор, если есть, можешь его выключить. Вот он много памяти жрет. DTS 50 мегабайт. Кого? Сколько? 50. У меня детей. Все это наебало, о чем он говорит, нахуй. Я все аддоны отключал в ноль, нахуй. И все равно был один FPS, нахуй. Ну нет, аддоны жрут. А это сервис. У меня 32 details. Это... Ну, я это очистил details просто. Нет, на магике только что ни у кого пинг не проседал, прям. Точнее, кадры в секунду. Я просто в какой-то момент прифигел один кадр в секунду. У меня просело, все, там пиздец был. Вот именно это. Рекаунт установил, у меня 9.50. Вы когда-нибудь пробовали расширение 800 на 640 поставить? У меня 480 поставил, хуёво все равно. Одна и та же фигня. Не, ну там расширение получше. Я первый в инсте, блин. Мне ИП, да? Тебе ГП. ГП не лог. ГП не лог. Так и запишем. Я хулидринку закинул, весь этот мусор. Вы там, блядь, дуплитесь, когда шмот падает, который нужен хоть чуть-чуть, там, не знаю, блядь. Я тоже нажимал 10%. Давай иду похуй просто, он же не... Ну, взял и распылил. Чё, реально? Да я нажимал 10%. На кого, на палку, что ли? Да. Ебать, я не видел, нахуй. Я хотел на трансмог забрать. А, ну тогда, Ну, в смысле, 10%. Ну там вообще-то у некоторых пуха хуже, чем даже вот это. Вот, с гдыщ. Трупное коченение бегает. И солнечные часы. Все, уже поздно. Ну, пиздец. Что там теперь два кристалла пропасти? Я понял, блин. Ну, хули. Два кристалла пропасти. Ну, я не знаю, может у него аддона нету. Там же аддон выскакивает, блин. Че, нажать нельзя? А че ты, сколько ты нажал? Опа, пошли в инст. 10? А. Ну, я не увидел, значит. Если что, холидринку сразу пишите, я ему закидывал, блять. Он же не сразу распылил. Либо кричите в дискорде, типа, нет, я хочу. Где этот, Ляночка, заходи в инст.
Тут уже... Все, go test это чилить вы. Давайте назад шкаф ебанем, суммунить, чтобы пару человек было. О, на страже Азерота. Спасибо, вовремя, блядь, вовремя, нахуй. Я понял. У меня сейчас позапрошлый день висит. Спасибо, спасибо. Бля, дайте охоту, кстати, тоже. Эту охоту не делаю уже год целый, нахуй, уже вообще похуй. Да ты просто бичи, все. И коня непроходная. С ней проходная, валится там на... О, не тактику надо знать, а вы не знаешь, что такое. Тактика, бей, беги, страдай, мучайся, плачь. Mm. Ну да, особенно когда она кричит и тебя подъебало себе загоняет, и ты дохнешь. Я уверен, если мы закроем ЗС, а потом пойдем в Воню 25, то в Воню 25 мы будем вайпаться больше, чем в ЗС. Вонь 25? Новый рейд Вонь 25. Воня 25, там же, блядь, сложно нахуй. Трешу не подходить там, блядь. А ты просто даешь гелу на третьей фазе и настроить убиваешь. Я смотрю. Она даже вверху падает прям. Я потом, когда эту десятку весело закрыл, с пол пачкой 268 плюс, блядь. Но за день не успела. Сесть, наверное, тоже не успела. А, ну-ка, трись, я можно. Сесть, сука, успела. Даже ничего не успела один или два раза. Давай, Катрис, я в танка. Будешь же держать своего любимого босса. А почему ты уверен, что это ее любимый босс? Почему ты уверен, что Катрисия это она? Катрисия, она моя, блядь, все. На обдуктом сидит не она, на обдуктом сидит он. Ну ты не ври. Он мой, вот логично, что я мужчина. Катрисия, она твоя, моя, говорит, логично, что персонаж. Да не твоя она. Синтек — это оно моё. Твоя, а наша. Синтек, ну не обязательно холодильник. Я видел эти, как его, электроплитки Синтек. Нихуя. Ну да. А еще есть этот... как они называются? Кофе Синтек, оно моё. Да, да, это как его... А еще есть взрывчатое вещество. Так полов же больше, чем 3. Говорят же, там 20 или 30, сколько их там дохуя. А они как... 38. Нет, ну, типа... это не полов, это не полов. Это не те полы. Да, есть полы, основы там. Это, как это, не морализация, а самоидентификация. Самоидентификация. Долбоебизм, блядь. Я понял. Полы это вот эти, которые там утепленные, вот эти вот, да? А, ламинат, паркет, плитка, мрамор, вот эта вся хуйня, да? Тихо-тихо, это самое, что холидринка тогда в ДД, да, спекнем? Короче, давай мини-ДК. Череп держишь, там, знаешь, панцирем скидывать. А что, спекаться, ну? Ну, Катрисия спекнулся в четвертого, да, спекайся, ДД. Крестик держит, кто там, Блуднига, ну, Вилаша держишь Луну, сбиваешь каст, знаешь. Короля держит Катрисия с кеглей, вот, с треугольником. Знаете, где держать. Ляночка, подходи сюда. Что надо скинуть? Чё? Ну, этим, ты говорил, панцирем, чё скинуть надо? На второй секунде обновляется дебаф от черепа, от лока. На третий и на четвертый. На четвертый лучше нажимай панцирь. Вот и все. С пула никто не бьет. Смотрим агро. Танки что. Ламурчин, забери третью. Ляночка, ты тут, ты это, знаешь, косноязычие на лока надо вешать. Когда он открывается, там и обновлять. Так, а держать там, где стоит, да? Ну нет, лока сюда к дымку отведешь. Сюда ее что-то. Бля, вкусно пахало, пацаны. Справа от нас дымок. Так, смотрим, кто откроется. Лок открылся. Помогите с собаками ему забрать или дайте войско. Собак, пожалуйста, заберите с рейда. Давайте Геру фул ДПС по локу. По черепу. Так, проклятие диспелем. Проклятие диспелем, алло, блядь. 200 ИП, кто первый будет по диспелу. Ну нахуй не хилю больше. Ух, на первое место. В дринка собаки съели. Нет, Олм убил. Диспельте проклятие. В рейс, гдыщ, нахуй. Блять, я не только заклинание нужны. Я Олм убил. К
Как это он тебя убил? Ну полежи, ну, пока. Вот так. Почиль. Атака ближнего боя. Ух ты, воскрес. Так, побьем, пока еще можно. В лоб тебе тюкнул разочек, да? Да, да, да. Да, жалко, лям не добили. Идем кеглю бить. Треугольник бьемся. Я понял. Чем дед старуху донял. Даю гламурчин винер. Воет, если что, это ты предложил, ты не считаешься. Ну да, конечно, да. Ну ты это ебано в рот. Надо же как-то ИП зарабатывать. Вот диспелом. Я сейчас могу... свою магию зайду, 220 там. Могу и не накидывать 7, мне там 10% еще будет. Я понял. Че, 5 он же, да? Да. Да, добиваем. Самый уебищный моб, нахуй, который откидывает. Ставки ставим. Кто будет следующий? Как это, судьба голос? Не, крестик. Не, я думаю, сейчас солом откроется, солом добьем. Блять, вот Сгдыщ молодец, нахуй, а в рейд хуй забил, да, на всех. Я дпсил. Я понял, нахуй. Ну вы там обычно сами все диспелите. Ну да, блять. Чё лезть-то? Я хилил, правда, я не то заклинание накладывал, я типа снятие яда, блять, накладывал. А всё, не оправдывайся. Да. Да мне похуй. Хорош. Я на магии перехилил гламур еще и все, да. Хорош. Да. Не, ну на магии диспелить эту хуйню, это такое себе. А на ком хорошо? На друиде. На присте. А при собой не спалит. Чем на друиде отличается счет мага? Все точечно диспелят. Нет, мне такой не диспелится хуйня. Это проклятие, а Престин диспелит проклятие, как магию. Ну все про точно диспелит. Про престов никто не говорил. Зози, резай топу. Да дай полежу, отстань. Домаш, давай, отрабатывай. Давай, нужно пора работать. Дайте Зохану шалю, вот он может сейчас отлететь. Зохану надо сладкий бубалех. Это хорошая вещь. Зохан, ты хочешь сладкий бубалех? Я бы не отказался. А в сладких бубалях? Это уже вопросы Кэрати. А в сладких бубалях это пойти в миллион кроши бить. Можно ты там на ману, пожалуйста? Блять, а нахуя ты подбегаешь туда бить босса, Закханыч? У нас что, время дохуя, что мы будем, ну, с лежачими боссами проходить? Он захотел сладкий бобалех. Тилар, блять, бомж. Да, меня отвлекли, Сирен. Ты получил сладкий бобалех? Бомжи, блять. В смысле, сладкий бобалех придает силы, блять. Нахуя, ну, вы, там... нахуя вы слегли? Ну, я не понимаю, зачем? Давай, воет, короче, Заханыч, а Равист, ту, Тилар. Ну давай. Луну убьем. Это уже можно, да? Мяу. Та-та-та-та-та-та-та. Давайте сюда маскальному боту добавим. Он уже есть. Да? Чинтек называется.
Нет, так, давай, блядь. Пой, ёбану. 5. Ну чё-нибудь, а, блядь, ну. Хорошо. Личку глянь. С головы сорвал ветер мой колпак. Хуя. Но вышло всё не так. От тебя что-то другое ждал. Жизнь не вернусь. И теперь... Чё, блядь? Это... Я бы не отказался от колпака. Не-не, Сентек, это нам надо пить на лече. А? Это на лече надо пить. Ну да. Особенно... Я каждый раз, когда леча вижу, когда кто-то прыгает, я такой, ебать, со скалы разбежался. Разбежи. На тапках прыгнуть вниз. Ну. Что там еще? Вот мы его бьем, а он даже отрегенился. Косты не сбивайте. Нет, все, триллиан, блядь, нахуй я пожалуйста. Ай. Чё там ещё? А, подожди, 15 секунд. Рамштайн песни знает кто-то? Ихвиль. Духас. Ихвиль. А, я жду, ебать. Духас Вячеславович. Ступите вы, блин, сволочь. Ну, тупо немцы. Шприхинцы тут. Я мою тюрьму. Auf Wiedersehen. Sehr gut, Вальдемар. Конечно, на высоте. Все, и будет самотон. Мурлок. Я понял. Блять, топ от бич. Как уже, как? Откинулся. Ну, блять, смотрю, топ уже мертв. Я даже не зубы раздал уже. Зубы раздал? Ты как ты, блядь, здесь взял, раздал? Нихуя. Вот так всем направо налево. Чулюху его. Ну как, свои зубы достал и раздал, то есть, да? Ну да, так это, на ожерелье каждому. Какой-то в универсальном солдате, блядь. Ожерелье из ушей, нахуй. Нет, какой там в большом стейне. Еще раз подлезешь, и я тебе сделаю ожерелье из твоих зубов. Лейтенант, где? Он тебя не слышит. Ты такой уши показываешь. Пока не пульте, сейчас раскину с этой хуйни. Лобов. Так, что там голова? Чтобы думать ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Еще у тебя нужен нос. Хэпал, чтобы хилить. Лук, чтобы ДПСить. Никто не сможет мне ГП навесить. Все, я побежал. 4 Т4 и 2 ГЦ. Так, пока мы набегаем, встаем. Сейчас подумаем, кто под ебало пойдет. Нужды давай, только синтек. Самые скиллованные игроки. Я самый скиллованный, давай синтек. Те, которые IQ 300. Да, почилить можно? Почилить? Руки кто закрывать? Я думаю, наверное, нет. Блядь, надо быть.
Надо, короче, бить в ебало. Так, что там, с Вейдели? Синтек еще. Визибл. Встань спиной. Встань спиной к боссу. Только не к боссу. К мобам. Пизду к боссу. Но там, конечно, кто-то встал спиной к боссу. Так, давайте мы срез. Ставлю рыбу. Дози, диван снимай. Так, кто пойдет под ебало? Так, руки закрывать пойдет, значит. Дрин. Мини-ДК. И блуднига. У них вроде ДД нету, насколько я помню. Крипто Эвил был под ебало бегал? Ты хули дринг, говори, наверное, когда под ебало забегать, в какой момент. Чтобы вы там не выпинулись. Давай тогда вот танком. Так, крипто рога я тебя поставлю, короче, там ложный, не забывай нажимать. Катрисию в спину поставлю. Слышь, Шогар? А, подожди, Катрисия, нихуя. Я сова. Да, давай я тогда с Юлей оф танком пойду. Давай ты это самое. Кто танком? Полидринк, оф танком. С Юлей пойду. Да, ты оф танком. Ну, короче, говори, когда забегать, когда выбегать медиком. Хорошо. Так. Короче, мини-ДК и блудника сзади закрывайте, остальные там ДДР-ДД в центре стоим, смотрим право-лево. Маги, два мага, смотрите направо, где будет огонь потом в рейс ГДИЧ, смотрите, если там руки появятся, туда блинкуетесь. Все получается. Проверка. А можно сумон? Какая проверка, ебать? Тут раз, два, три, четыре, четыре человека. Ну, дайте нет. Шкаф. Давай шкаф. Рип. Рутп. Рутп. Давай шкаф. Вот блуд-книга, короче, потом... Блуд-книга? И Раянти, вот. А еще Синтек. Потому мы сумоним. Ну, я так за ними слежу, чтобы они... Следи, следи. Это не убежали. Иду. Мы сумоним. Блуд-книга. Ха-ха, блядь, в натуре. Блуд-книга. Ну да. О, еще один сумон, спасибо, пацаны. Да. Больше сумонов, бокс сумонов. Тыкайте, ебаный. Мы ТТГ, если что, ГМХМ, если что, за 30 минут прошли. Ну, если сейчас убьем... Интересно, можно ли пройти игру, ни разу не двигаясь? На натуре. Проверка. Первая, вторая пати, еще раз посмотрите, вы под балом стоите. С пула там только два танка. Ну, короче, когда забегать, там хульдринг скажешь. Так. Все готовы, танки, готовьтесь, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот что, я захожу под босса? Нет, там 10 человек. Блядь. Ну ладно. Вот Дикон поглядывает там руку вправо. Да, давай не справа, я слева. Выйдите из-под ебала. Заходите, быстро под ебало. Синтек мудак? Да. Нахуй ты это делаешь? Один хуй кто-то не зашел, блядь. Девич. Один хуй не зашел. Я ж говорю, блядь. Пять адских. Катрисия, это ты не зашел? Улучшенный урон. Все по-старому. Да нет, по-новому, походу. Я что-то, блядь, забыл, да. Что здесь поменяли, да. Что он это бьет. Адским вначале. Кто не зашел, подъебало на адский. Смотрю, значит, тут Илар. Пидор, я вас сейчас найду, нахуй, заебали. Ошеломляющий есть. Был один всего лишь. Сейчас всех проверим, блять. Ну, как мне кажется, только порогу дамаг там по одному не прошел. Так, Крипто Эвил, смотрим. Крипто Эвил, ты тут, брат? Ты в Дисе? Это ты не зашел, я увидел. Ты вайпнул рейд. Я не хочу с хуёвой ноты начинать РТ, блять. Мы так шли нормально. Крипто Эвил, ты в Дисе? Прием. Мне очень не хочется вас расстраивать. Хули да? Хули ты подъебало не зашел на ошеломляющий удар? Как будто батя ебать читывает ребенка нахуй. Ну, объясните мне, пожалуйста, блядь, почему так, нахуй?
Что ты? Зашел? Что зашел вроде, блядь? Ну нету урона от него, блядь. Пошеломляющего удара, нахуй. Вот, вот, видишь? А, блядь, я не могу показать. Да, я тебе отвечаю, там есть это... Ошеломляющий удар 6000. Нету там удара, блядь. Есть. На кого ты смотришь, блядь? Ну, Криптэвил. Он получил... Ебать. Хочешь сказать, в абсорб ушло 6000? Ну, и ошеломляющий удар... Может уйти. Хорошо, я сейчас дальше посмотрю, кто еще не получил. Сейчас мы найдем пидора, блядь. Мудаки, или лучше сами напишите, кто, сука, не зашел под ебало на ошеломляющий удар. Заханыч должен был зайти? Но он в какой пати? Во второй. Заханыч, братан, ты в Диси? Вот второй я нашел. Как дела у тебя? А чё за фигня, у меня в этом, в детейлизе на первом месте Рога, и у него ник «Как дела?». Как дела, это за... Нет, я не знаю, как у него дела, блядь. Тихо, нахуй. О, у тебя тоже хуёво дела. Вот смотри, полученный урон, нахуй, адский удар и адский удар УЗВ, нахуй. Ну, вам смешно, нахуй? Вам интересно сейчас слушать то говно, которое я собираюсь вам сказать, блядь? Ну всё, нашли же, Заханыч, это всё. Сейчас я зайду и всё. Или Заханыч, блядь. Заханыч, нахуй, ты должен заходить. Читаем, я понял, вот это... я понял. Читаем эту хуйню, все первая, вторая пати, блядь. Груул обрушивается на текущую цель всей своей мощью, нанося 20 тысяч физического урона. Ну, 200 тысяч, наверное. Распределенного между всеми целями в конусе перед собой и отталкивая их на 20 метров. Каждая пораженная цель предоставляет боссу заряд неистовства Груула. Если способность нанесет урон менее чем 10 противникам, Груул... впадает в неистовство, накопив 100 единиц ярости и сразу же начав применение адского дара. Долбоёб какие-то писали, нахуй. Нихуя не понял, продолжай. Ханыч, блядь, ты вкурил, блядь? Да я понял, я не услышал это, что мне нужно забегать под ебало. Сука. Каст 5 секунд. Тихо, нахуй. Каст идет 5 секунд. На адском вас там не должно быть, на этом вы должны, блядь, быть там. Проверка. Мечи, блядь. Короче, тут вас не должно, а там вот, вы должны быть там. Пула не заходим, сразу будет адский. Понял. Да я чё, блядь. 4, 3, 2, следующий, блядь, косяк 1. ГП, нахуй. Забежали. Готовимся, 5 секунд. Стоим, вы убегаете. За спину. Это маги, блин, катись, справа рука далеко. Маги, маги, прием, успеете? Угу. Забежали, Патима. Быстро. Угу, 11, нормально. Хилы, вот когда адский босс кастует, захиливать, готовься, прям хорошенько рейд. Если что, гимны на хп есть, сейчас будем в конце сдавать. Под ногой. Под ногой вперед кто-то, встаньте. Под ногой закройте. Так, печка 5 секунд, готовимся. Там возле правой ноги Зози и Синтек, стойте, чтобы если что, под правой закрыть. Если там дебаф будет. Ну, дикона дебаф там, если что. За спину. Подморнул быстро.
Так, печка 5 секунд, готовим. Сейчас будет ошеломляющий, после него выходите. Вышли. После него адский сейчас даст. Зашли под морду быстро. Книгу захильте? Книгу. Что-то хилы все прям фуловая мана стоит, охуеть. Он три эрдру. По-моему, нет. Эрдру, и у каждого еще этот... Чарков, спеск чар, это просто маны каждому регенем забой, ну, 1010. Еще стоим. Что там, когда? Еще один, да, стоит? Скажу, еще стоит. Вот этот стоим, и потом за спину. Угу. Вы бежали за спину. Шадоу, сейчас готовься на хп, дашь гимн. Давай гимн на хп. Пошли, зашли быстро под морд. Под ногой, руки. Под ногой есть там кто-то? Подногодная? Крейзи, блин. То лапку обнови, ты сух. Обновил. У нас совидная, сильная. Так, этот стоим. Следующий за спину. Пять стаков, в принципе, можно было. Давай Рианти. Зашли быстро. На хп Рианти, на хп, дай. Угу. Что добивать? О, кружка ГЦ. Опа, маунт подъехал. Кружка кому-то, кроме меня, нужна? А она тебе нужна? У тебя же гадюка. Я на другой спек ее заберу, буду бегать потом с ней. А, я понял, блядь, я понял. Потому что... Сейчас поглядим. Пацаны, жмите сотку нахуй, чтобы он ее за сутку забрал. Так ее все равно один хрен, блядь, никто не таскает. Пятисотку. Она в рейде появляется и сразу пропадает, ее никто не собирается одевать. Так, потому что это ебаный кал. Ну просто и пользоваться не умеешь, и все. Я понял. Мордаун, тихо, ребята, давайте сейчас разрулим это. Мордаун, надо тебе, нет, печенька? Не-не-не, мне нафига. Окей, тупо, объясни, как пользоваться кружкой. Рука гайд нахуй. Ну потому что ее на усурфанге стараешься, блядь, из нее выдержать ДПС, где она вообще не нужна, ее снимать ты надо. Ты че, ебанулся? Ты на личе видел, что я одевал или не видел? А нахрена она на личе нужна? А где, блядь, она нужна тогда нахуй? Ты че, ебнулся? Ты за счет, блядь, гадюки вкручиваешь на личе? У меня есть спек кота. А где тогда нахуй эта кружка нужна? Так, ну смотри. Соло боссов. В РБК, блядь? Сотку... Ну, 50 нажимает топа, 50 invisible, сотку нажимает синтек и сотку нажимает крипто эвил. Кому давать? Ну, синтеку не надо. Ну, рог жмет сотку. Ну, рог тогда. Роги давать, да? Ну, а у него гадюка, ебать, зачем? Юкал, ну, я старый спек собираюсь, говорю, блядь, на. Ну, это, так кому давать-то в итоге, чтобы проблем не было, блядь? Давайте, ну, блядь. У обоих есть гадюка, типа... Априору. Криптоэвил, ну, топа... Да они, блять, комбатами хотят да. быть еще. Ёбаный свет. 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 Кого она сейчас апнет? Они кинут ролл. Сейчас она никого не апнет. Они никто таскать ее сейчас не будут. А-а-а. Ну, ее вот. На будущее берут. На комбатов опять. Ну смотри, топа 50 нажимает, тот рога 100 нажимает. Что делать? Ну... Не стопа забирай за стоп, пусть забирай за стоп. У него приор выше, по идее, так?
Ну если топа согласен за сотку, то пусть за сотку забирает топа. Нет, так... Я Чё? Заберу за сотку. Да тут и всего 100 гп шмот стоит так-то. Так что это... А ты где? Ты куда-то ушел? Ну, я улетел уж. Чуть из гильдии не вышел, блядь. Я дальше полетел просто. Куда? А, ну ладно. А у меня слишком много таких предметов, блядь. Холидринг, передашь ему кружку. Так. Кидай на розу. Ух, ебать, холодно стало. Че, я могу престом зайти? Кидайте, кидайте ролл. Есть кому похилить? Сейчас посмотрим. 99. А это что, сегодня 5 пар было, что ли? Да. Че, Мегахан, да? Ну, ну, спрашивай, кто может уступить из миликов слот Энху. Пошел на 7 минут. Блять, Хан тоже, ты где, блядь? Ну, такие интересные, куда вы все улетели? Ну, хули маунту тогда оставляю. Так, теперь, кто у нас там? Понятно. А что завтра у тебя сколько? Я могу уступить, там все равно столько танков-то не надо. Куда вы собрались? Я могу уступить. А пойду, я тебе пока покупаю. Тебе не ДК. А куда сейчас идем? ТТГ. Раздай ИП-шку сам. Сейчас. Так, кто там еще? А за что нам 10%? Я просто не понял. За то, что спекаешься. То, что танки, хилы. Нихуя. Кто еще спекался? Это небольшое поощрение хилам и танкам. Богдан одобряет. Токен вообще не увидим, да? Кто чисто дачниками ходит. Т5. Почему? Ну ты дополнительно ИП даешь друлям. Да ты их приор видел, блядь. Я их приор видел. Так, око вечность. А какого виста приор под сотку? У нас друли активные, потому что... Ну а смысл брать Т5, если ты его откроешь? Что, Слава, тебе порт поставит? Угу. Так. Хэлла, Биг Дэм, Валлиант. Когда завтра в ТТГ, в ГМХМ пойдем, надо двойной, чтоб не получили, запомните. А я этот, вторым персонажем же. Ну, если вдруг понадобится, там, шаманом или кем. Мне не надо Делоран, надо этот. ГМХМ летим. После ТТГ летим, этот самый, кто там,